Чем я уже снимаю. А уже начал? Начал. Вперёд. Ближние окна. Что, будем там говорить? Мы на канатной дороге. Кому говорить? В камеру. Стой, надпись там. На. Какая каната тут на езде? Это видите, нам некогда. Пойдем, пожалуйста, быстрее. Садись, Саня. Нельзя вставать. Садись сюда. А то я опять на юге. Все, не застегивают. А чего? Хотя бы можно закрыть, куда на машине поехали. В обратную сторону. С водопадом. Я за мужика схватилась. Я не факт говорю. А, Вась, вот так вот, смотри, давай. Поехали. Ой, я боюсь. Самое главное, чтобы она не остановилась на полпути. Ты самое главное, не говори все, едь спокойно. Тип как на самолете. Ну. Пошли куда-то в останки не поднимаются. Пошли куда-то в останки не поднимаются. А там музыка была? Да, музыка у нас была. Ну там сколько там, 7 секунд поднимает нас? 50. Тут можно вылезти. Саня, вот тут есть, можно вылезти. Я здесь сойду. Это вот все разлилось? Че? Это вот все разлилось? Вот тут сами. Нерус, канат и движется. Ой. Уверен? Уверен. Да. Слушай, Саня, мы тут купим. Назад нужно будет еще билет? Да. Нет, бесплатно. Если вы не купили сейчас два билета. А там, наверное, тоже еще есть такой же. Нет, говорят, нет. Сейчас вот... Нет, знаешь. Так туда-то, мне кажется, немного едет. Тут сам купаешь. О, музыка тоже есть. А где наши эти трубы-то? Да это он. Да вот здесь, прям под нами. А под? Под нами. Сейчас увидишь. Слышите? Это вот все разумно. А что, мы не засекли? Сколько времени там? А, вот мы где останавливаемся. Сфоткать место. Не, я потом сфоткаю. Зашуми, там трубы. Класс, подожди. О, пикник, вон сидят. Да. Ничего у нас так же. Ну, страшновато. Конечно, страшновато. Ну, видишь, даже уши не закладывают. Как самолет. Ой. О, соседи, наверное, будут сейчас фоткать. Помню, соседи фоткают. Ту самую. Соседи проезжают. Я большого окна не сижу. Затопило. И это все их затопило? Соседи проезжают, я их фоткал. Я-то думал, что они так... Ну, сейчас увидишь. Так, ты на воде. Транспортное средство, наверное, используете. Там мост, он закуплен. С продуктами. Так да, вот. Первый раз так попало, честно говоря, что такая очередь. Вообще больше не поеду ближе. Утром ехала, в 11 часов не было столько народу. Либо до Московского пилякать, а там пробка на мосту, сейчас сказали. Все дачники стали ездить, мы вообще в шоке все тут. Ты качукаешь, сезон начался. Да нет, просто машин стало больше у людей. Блин, когда уже приедем? Сейчас в гору, да? Ты что, обратно пешком пойдешь? Слушай, а смысл? Интересно. Сопромат какой-нибудь, что разные тут. Сил здесь тоже. Сейчас опять будет дух-то-дух. Нормально, сейчас снимем дух-то-дух. Да? Ну, здесь тоже свои.
Скорее. Такая большая. Тут, наверное, глубоко. Сейчас нырнем. Первым запускаю белку и стрелку. Нет, Вову Иванова с этим, со Шреком. Ну, губернатор. Интересно, мы половину проехали уже, да? Наверное, 5 минут уже едем. Еще только. Ну, что ты поделал?